14. Добрый день. Снова Дов. Сегодня у нас замена зарядочного гнезда на Xperia Z. Вот оно у нас сломано. Будем менять на новый. Вот он так выглядит. Снимаем крышку. Она на скотче. Три болта, которые надо открутить. Кабели антенны, батарея, шлейф, антенна Wi-Fi, камера. Слот сим-карты тоже достаем, но его здесь нету. Так вот, с левой стороны поднимаем. И вот он у нас. Снимать его будем феном. Ставим температуру 450 градусов. Таким образом греем его. Можно поставить его в держак, чтобы было удобнее. Добавим чуть-чуть флюса. Там зумом можешь приблизить. Все это занимает где-то 30 секунд. Снимаем старый и ставим новый. Вот таким способом. Паяльник у нас ставим температуру порядка 400 градусов тоже.
какой-то резкости. Вот таким способом его одеваем. Переворачиваем, смотрим, чтобы он сел на свое место. Вот у нас здесь. Нажми. Вот, все на месте. Опять добавляем немного флюса, чтобы пайка была качественнее, быстрее. У тебя зум стоит. Припой. Вот таким образом припаиваем. И проверяем. Все у нас припаялось. Все можно собирать. Вставляем тем концом, где находится гнездо, потому что другим оно просто не влезет. Соединяем камеру, шлейф основной, батарею, шлейф датчика, шлейф экрана, кабель антенны. Камеру переднюю. Wi-Fi антенну. Закручиваем обратно болты. Проверяем. Вот видите, у нас красная лампочка загорелась, значит зарядка пошла. Вот появилась Sony. Все. До новых встреч. Встретимся на следующем видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Дов. До новых встреч.